Сегодня серенькую, так зовут кошку, привезли на стерилизацию. Еще недавно она была бездомной. Однако Мурке повезло. Нашлись добрые люди, которые взяли ее домой. К нам прибилась кошечка. И это вот мы ее приютили. Она живет у нас в саду. И мама ее подкармливает. Вот она уже родила двух котят. Мы их отдали в хорошие руки. И вот, чтобы больше не рожала, решили стерилизовать. С сегодняшнего дня в городе начали реализовывать муниципальную программу по снижению численности бездомных животных путем стерилизации домашних. На эти цели фонду помощи бездомным животным «Дом надежды» выделили государственную субсидию в размере 1 миллиона рублей. Воспользоваться бесплатной операцией для своих питомцев могут лишь некоторые категории граждан. Это люди старше 60-65 лет для мужчин и, соответственно, для женщин. Это пенсионеры по предъявлению пенсионного удостоверения. Это малоимущие граждане по предъявлению справки 2 НДФЛ соцзащиты и волонтеры фонда, которые имеют договор с фондом. Врачи говорят, по статистике бездомные животные – это бывшие домашние, но от них либо отказались, либо выпустили на улицу потомство, которое не смогли пристроить. Животные, которые обитают на улице, долго не живут. Они травмируются, попадают под колеса, подвергаются инфекциям. И виной тому – безответственное отношение людей. Бесплатную стерилизацию будут делать в ветеринарных клиниках по трем адресам. На Вокзальной 26, на Спортивной 12В, а также в клинике «Айболит» на Гагарина 6. Светлана Шумкова, Марсель Джураев, новости НТР.